Green light. Go, go, go. Я тут. Алло. Да-да. Ага. Сейчас стримы свои запустили. Сейчас. Сейчас скину. Сейчас скину. Дратуйте, дратуйте. У меня уже комментарии пошли, понял, пацаны. Лайков, правда, нет еще. Но комментарии есть уже. Начинается. А меня слышно вообще? Я наконец-то включил звук. Слышно. Ты... Ну это я спрашиваю. Там, чтобы у других... Да я галочку поставил. А, ну и что тогда? Это четвертый, да, раунд? Да. Получается. Что я хотел? Дайте же. Сев. Нет. Я что-то не пойму, у меня, по-моему, вообще звуков нет никаких на стриме. Кто-нибудь может зайти на мой стрим, нет? Не, реально, просто даже интершума нет никакого. Я на телефоне включу, там тишина. Ща, блин. Ну и что это такое, блядь? Ой, блин. Не по 15 человек. Да, слово, конечно, хороший пароль подобрал. Чего? Слово, конечно, хороший пароль подобрал. Угу. Ну чё, пацаны, я готов, блядь, обосраться, блядь. Ну, наверное, кто-то готов это сделать ещё больше. Чем мы. Роб, привет, Роб. Не, серьезно, у меня звуков ничего, фигня. А, все ок со звуком, а почему я их не слышу? Че ты взял вообще? Ну я на телефоне включаю стрим, ничего не слышу, а мне Леха пишет в чат там, что все нормально. Mm-hmm. Может звук у тебя просто? Я у нас знаю. Туса, да, тайная. Это сделано специально. Ладно, надо что-то это самое проехать, а то и... А то чё? А то как этими педалями пользоваться-то вообще? Что, по синтам, да, тут будет? Вроде как. Два синта. Квалификация, гонка, квалификация, гонка. Ну да, короткий там. Да-да-да, два синта. Thank you.
Это, конечно же, давление на дождь не пробовал, да? Давление на дождь не подбирал. А, давление? Ну да. Наконец-таки. Да, там надо за одного балла жопу, блядь, носить здесь. Я чё, если что-то пойдет опять не так, я просто сгорю сегодня. Ты в первом порой только не убейся, спрячься. Ну это не от меня зависит. И пацаны, если кто-то меня убьет, вы извиняйте, я дальше не поеду. Я устал. Мне уже 4 раунда прошло, блядь. В одном только на брендскетче все прошло нормально, во всех остальных просто, блядь. На брендскетче ты сам убрался, да? Ну, в брендскетче, да. Ну, я именно про первый поворот говорю. И давай тут не это, да? Да я понимаю, но все равно это как бы такая... У вас... На этом говне? На этой трассе не еду я. На этой трассе не едет Асана вообще, в принципе. А, я понял. Попробую проехать, просто я говорю, что если меня кто-то уничтожит, пацаны, я дальше не поеду. Доел это просто. С гонки в гонку нихуя никто не научится. Может, давай изначально. Ну вроде все, 20 больше не будет ладно. Короче, первый трекшн 5, второй 3. У меня стоит. Я не знаю, что же поделать, а ее блядь, на везде и суперсносит. Баланс тормозов вперед, сбей. И так на C4 стоит. Еще больше что ли выводить? Ну попробуйте. Конечно, с поля такой. Держака мало. Уже. Так, колес не доканчивал. Быстро он трекует.
минут 30 едет. Ну, спасибо. Запорами тормозов тоже 1-2. 3-2 я поставил. Это потому что температура 30. Я, короче, заметил, что ну, когда были желтые колеса, я когда катался, они желтели. Открыл воздух запорник и перестали. То есть помогает все-таки, потому что желтые колеса. Да? Все печально. Здесь все печально. И то, и то. Я вроде спойлер поднял. Десяточку спойлер поставил, нормально стало. Имейте в виду. Десяточка чего? Спойлер? Чё-чё? Да. Чё поставил? Десяточку. По 8 стало, поставил 10. И где он тебе нужен такой десятый? М? И зачем он такой нужен? Здесь только один скоростной поворот. Жопа. Ну, два. Не знаю, у меня проблемы с жопой, я поставил 10, стало нормально.
9 минут. Без нашего инженера едем, да? Не знаю, так сетап построен. Парень в тусу просит. Лёха? Да. Что, добавлю это или что? Ну, добавь. Или это я должен сделать? Я доволен. Какие вопросы? Задница на сколько поднята? 73 у меня. У меня 70. У меня 70 и 60. Вечер добрый. Здорово. Вечер. А у тебя Виталий тут перед поднят, нет? 65. 73, 55. Или сколько там, бля, сам минимальный. Опять Асан Мартин тут стоит. Опять психанул, бросил джойстик и ушел, да? Желаю шикана. Подвижный бублик. Ладно, вся надежда, что вот это шикание в первый раскладываться будет. А, в смысле, твоя тактика не раскладываться и всех объезжать, да? Глядишь в десятку. Да. Ага. Не могу брать скорость, буду брать что-нибудь другим. Но, в принципе, это спринт, знаешь, тут если на первом кругу будет какая-то проблема у большинства, то вполне можно, конечно, заскочить неудачу. А что-то все какие-то не быстрые. Я по быстрому кругу ехал 33, даже быстрее, 31 ехал. То есть это примерно где-то четвертое место в нынешнем сегодня практике. Почему я не еду, я понимаю, а остальные-то что не едут.
Че он замедляется-то? Ну что у тебя же жопа носит? Бля, я не понимаю, что происходит вообще. У тебя на торможении или... Когда я выход из ворота, нажимаешь газ, начинаешь жопу вилять. Ну, не знаю. Торможение все хорошо. Дифференциал у тебя какой стоит? Может там что-нибудь забыл? Я говорю, я вас плохо слышу, если честно. Не понял, что тебе. Переднатяг у тебя какой стоит? Сзади. 200. 200? По-моему, да. Вот проверь. 200. Да я не знаю, что стоит. Жопу опустил, спойлер. Не крутил. Могу жопу опустить, да? Ну, это жопу опускать, подними мотку. Сейчас подниму. У меня 70 и 60 стоят. Подними мотку на 2 миллиметра. Жопу не трожь. И выкрути диф 270. Потому что я выхожу из поворотов и... когда третий, что второй поставил. Если высокий ставишь, то вообще машина не едет просто с поворотом. Поставил ниже, и он... она прям стреливает с поворотом. По сравнению с пятым. Ну-ну. Лёха, можете попросить зайти ко мне на стрим и посмотреть за моей педалью тормоза? Я вот, ну, в тех воротах, где надо прям полностью оттормаживать, я дожимаю ее или нет? Но это мне немного неудобно. Ну, сейчас перед последней шиканой в пол нажал тормоз. В первом повороте тоже в пол нажал полностью. Во втором тоже в пол нажал. Ну все, я понял, спасибо. Выжимается. Мне просто не удалось прям, ну, жестко закрепить педали новые. Сережка Зиновов от лишней спита выехал, да? Слушай, дорогу еще выезд из спитов не начал, и Сережка стоит, блядь, жопой вперед, блядь. Еще надо умудриться, блядь. Полицейский разворот на таком узком расстоянии замутить. Да. Она жопа носит, блядь. Что это, что-то сейчас плохо. Это просто фишка моя Астана, что у него жопа носит. А вы, кстати, ну, это я так уточнить, я просто Игорька стрим смотрел, а Тальки стрим, вы на разных сетапах, да, едете? Да, видимо, да. Ну, Виталий что-то химичил, а я на Хунгаре пристрелялся, нормально, говорю, у меня было время хорошее.
Я просто открыл сначала твой стрим, просто быстренько там в глаза бросил, что у тебя развал еще максимальный стоит, который только можем. Вот. Потом и так запускает стрим, смотрю, а у него вообще другое. Наслаждение тоже другое. Думаю, мало ли. А у тебя Игорёк на выходы в жопу не носит? Виталий, а ты не хочешь попробовать развал 4 лично? Можно. Ну, не факт, конечно, что поможет. Ну, блин, Игорёху видишь, Игорёху не носит на выходах. Он на TLCM нажимает на газулечку и едет. А ты нажимаешь на газулочку на TLCM и дрифтуешь. 3,5 максимально. Ну и Игорька, да, сзади 3,5, спереди 4,0 стоит. Ну, в принципе, подквал 0. Кстати, у тебя кастер очень такой. О, дядь, а ты... Вот, въеби спереди развал 4,0. И сделай спереди кастер не 11,3, а что-нибудь там вообще 13,0. Чё это такой короткий кастер? Настройками занимался на квале. Лёш, ты не задавай, пожалуйста, такие вопросы, а? Я не помню. Я чё, сам его подбираю, что ли? 13.1 сделай и подними сейчас жопу на этом меня. Чё выше подними? Меня выкинуло. Меня слышно? Да, да, заходи заново, скорее. Да, в квале, скорее всего, сможешь зайти. А чё за фигня такая? Ну это, видимо, вот тот самый баг. Здорово, ты сейчас меня слышал? Да. Да. Бля, все равно её сносит, блядь. Thank you.
Пиши трэш на работу. Что задушить? Трэш на работу задушили. Эти ваши истории там. Трекшн машина душит, она не едет без поворота. Он Олег съехал на пятом, потому что тужил у меня из поворота. Ты чё? Нормально? Нормально? Блять, это второй трекшн. Ну, делай второй трекшн побольше. Но мне точно не рекомендую. Ну, блять, лучше безопасно ехать, блять, чем не ехать. Как бы в плане, ладно, попробую, надо дрифтить, не делать. То и если ты уберешься, и у тебя сегодня очко на сковородке будет лежать, то я ж Колян потом в телеграме в чате задушит морально. Где нахуй наш проб? Сейчас не надо, сейчас ты крупно скажу. Слушай, ну сейчас она едет лучше. Естественно. Чуть-чуть пофиксили настройки в сторону сейва. Ну, который сейчас может ехать чуть помедленнее, как в теории. Ну, чуть более безопасно. Сюда попробую опять вернуть. Первую задушу чуть немножко. У тебя первый трекшн 5, второй 3, да? Ну, поставь первый 4, а второй 3. Сейчас пацаны тут проедут. На компуктере вообще 2-2 стоит. Какой-то, блядь, прочный единичка. Заебал ты, блядь. Ах, что-то плохо все. Ой, а топливо-то не считал вообще. А вначале душит машину. Пускай трекшн. Вон я проигрываю дельту, блядь, сам себе ебать. Проигрываешь, потому что в поворот не попал. Леш, ну я сам проверял, блядь, машина с пятым трекшном, точнее, со вторым трекшном, она уходит медленнее с поворота. Думаешь, я просто так, что ли, поставил троечку? Ставь второй трекшн на минимум и убери стену. Что я тебе могу еще посоветовать? Вон, я проебываю сам себе время, блядь.
тебя такая логика. Потому что я это проверял. Ну, я верю тебе, Виталь. У тебя проблема в чем? Жопу носит, и ты нахуй разъебываешь тачку. Я как бы тебе посоветовал что-то сделать, чтобы ты не разъебывал тачку. Я не говорил, что ты поедешь быстрее. Сделай себе наклаву он лютый трекшн, чтобы попробовать сейчас рух собрать. Может он наклаву еще опять морду опустить, чтобы жопа задрана была. Попробуй собрать по жопу. А вон ты сделается его вот. Пускай он тебя душит, но ты хотя бы едешь, блядь. Пусть не первый там, но хотя бы там будешь ехать где-то что-то. Делаешь как будешь ехать, блядь, уберешься нахуй, все. Жопа сгорит, ты ливнешь, блядь, и Колян тебя будет просто уничтожать морально. Ну, мне кажется, все логично. Гонка 30 минут будет. Потом вторая квалификация, потом вторая гонка. Там же справа написано. У тебя в менюшке. Почему в Шикане это происходит?
He's not shutting his down. Плохо, плохо. Сейчас, секунду, пацан. Кто-нибудь литраж посчитал? 55 хватит? Должно хватить. 2.40 на круг. У меня побольше показывает, 2.5. Да. Нифигать себе. Что последнюю группу вообще не досмотрят. Все, Квалу ждал, короче, чтобы сказать эту подъебку. Не могу удержаться. Виталь, у тебя пацан на 24-дюймовом рубине объезжает. Это кто на рубине? Ардион. Плотник там. Да, последние три такие вообще. Да, 55 надо заливать, 55. Я тут, пацаны. А ты пропустил, да, подъемочку мою? Черт. Температура на 2 градуса меньше стала. На 2 меньше? Да. А когда настройки крутишь, и ты в меню настроек, а потом место квалификации гонка становится, настройки сохраняются, то, что накрутил, или сбрасываются? Сохраняются. Сохраняются, если не выходил из допи. Поэтому вполне можно в конце квалификации поправить настройки под гонку сразу. Обосраться можно. Да. Это тоже можно. Бля, может мне перед поднять? Верну я обратно, как было, 73, и здесь 57 поставлю. А, ну так вон почему у тебя себя носит. Сделай 58 перед. Чё? 58 перед. Всё. 58 литров залил, пацаны, 57. Нормально? Хватит. Точно запас. Хватит, да. Точно хватит. Все, бля, погнали. Я готов обосраться, пацаны. А, сейчас прогревочный, да, будет? Нет, ты не готов обосраться, должен доехать до конца. Я готов доехать и обосраться. Так, понятно? Чувак, я 18-й, чувак. Надо тащить. Понимаешь? Ну, что ты решил опасный трекшн, да, поставить? Блядь, давай 4 поставлю. Колян, если что, у тебя после гонки карт-бланш вообще, бля. Ебаш прям.
кто-то вылетел? Да да. Кто-то впереди меня пришел. А кто второй? Здесь Петерюк, показывай. Кстати, как отвалил? Отвалился Петерюк? Я пятый. Шестой. На первом. На пятом кругу поставил. Ой, на пятом. На первом кругу поставил время и все, больше не ставил. Помнишь, на каком телевизоре чувак на Феррари перед собой едет? Ты уж сказал бы, ты видишь, на какой машине едет, какой я? Ну, не важно, какую машину. Там рубин. Треба выкинул. Потому что в последний момент в квале Виталька, он тебя обогнал. Просто я помню, что я был пятый, когда стартовую решетку был. Ну, до стартовой решетки. Вроде хуй знает, да пофиг. Надо было на бублике подскинуться. Здорово, пацаны.
будешь подходить, ребят? Давай. Ну ты красавчик. Не, Игорёк, не надо меня пускать. Парень, ты чё? Только не говоришь, что ты испугался меня? Вроде нет. Sector 3. Well done, mate. Personal fastest lap.
staying in sector 2. Лучше меня сегодня не пропускать вообще. Впереди самый опасный человек здесь. Yellow flag, be careful there. Slow car ahead. Поехал, блядь. Знаешь, что тупая эта машина, сука, меня прям бесит. Ранил соперника. Ну, вроде бы как я... Ну, в тебя поворачивал. А? Он в тебя поворачивал. Thank you.
еще в ЖК не мотает, а? Здрасте, ёпт. Припарковался, я говорю. Езжай давай. Я поломан. Я тоже. Капот трясется так же, как у тебя это. О, пацаны, зря мы, блядь, взяли это говно британское. Чуя. У нас тут партия, легкая машина. Car on the left. Мне нравится. Clear on the left. Сказал Карюха. Практически последний лет. Ну в этом почти не машина. Попросить, чтобы он либо впереди двух идущих обогнал, либо Зельку место уступил. Я да, красиво. Поедем. Это я понимаю. Медленно и стабильно, блядь. Надо. И хватит в разок, блядь, и все. Ну и сюда она прям вообще чудесно просто попадает. И сюда прям газ в пол и все, и она просто идет, блядь, в траву, блядь. Вот, пацаны. Витали, Витали. Слава, мне кажется, тут было реально сужение очка очень лютое. Вваливать по траектории, ну тачка на внешку выносит. Там деталик какой-нибудь. А я выезжаю с травки.
лучше, если я шикану по скорости пройду. Сходу, да? Не знаю, если совсем сгоришь, вот попробую. Ну, что-то на гонке. Чё-то ноги даже устали уже. Поехал подстригать и забирать домой его. Своим корешем вон еду. Ты, Грэн, ты поедешь? Ну, только не здесь, в Шикане потом отдашься. Извините, мне кажется, я имею право немножко вас это погнобить. Давай, давай. 13, 14, 15 катит, блядь. Я думал, ты будешь посерьезнее. Да хули тут посерьезнее, блядь. Ты начал стрим, блядь, со слов, блядь. Ну, обосрёмся сегодня знатненько, да? Да, надо переименовать его. Пацан ДТ будет, блядь. Ай-да. Сука, надо снять с капота этот блядский флаг, этот Генгри или еще это такое вообще. Роман. На сколько у тебя секунд? Ремонт. Что, ремонт на 13? 13? Понятно. Виталь, ты вытал пашку на Шикану?
залетаешь на скорости 105, блядь. Я ради интереса открыл стрим Варлорда. Он это шикарно проходит 90. Сколько? 90 километров в час. А у тебя 105. Он просто объезжает бублики и красиво едет. И ты залетаешь 105 и скачешь там, блядь. Ну, здесь, понимаешь, если, допустим, я был бы на ламбе, ламба бы не просил бы мне проезд по бублику. Она нас отвращает. Я просто как-то один раз получилось так прыгнуть, что я по бубликам проскочил и ехал с отрывом. А проезжаю чисто и бросаю. Палка до конца получается. Либо надо попасть, либо пролететь. И когда я прохожу, кстати, эту шикану, у меня жопа очень сильно носит. На стриме это видно, не видно. Видно, видно. Поэтому лучше. Так, сколько делать? Сейчас я проскочил шикарно. Чекай, сколько скорости. Гореха сейчас только что проехал от шикарно 115, даже не прыгай. Прям попал. Срезки, которые я в первой гонке получил, а в второй гонке они не будут же? Нет, не будет. Слава богу, на последнем кругу. Thank you.
пацаны, и это трипл, блять. А все. Все, финиш. А, еще еб. А, я думал, уже все так делать. Я ж хотел разъебаться прям для всех. Yellow flag in sector 3. Пацаны, расступитесь, блядь. Торпеда летит, блядь. Сейчас я, блядь, выберу тут место, блядь. Пошёл, блядь. Бам, блядь. Крайне ублюдок. Кто-то не засадил на первом кругу. Кажется, это был косрёл. Блин, ноги реально болят. А Виталий, смотрите, разогнался второй раз подряд, пятым приезжает. Тогда, правда, из-за круговых мог вообще там приехать вторым. Сейчас опять пятым приезжает. Все, я говорю, хватит мечтать. Ты о чем? Сейчас, погодите, приду, пацаны. Лёх, у тебя ты эпопея с Т-300. Все нормально? Привез уже, установил? Ну да, поставил базу роба. Не уверен, что эпопея закончилась, но стоит, работает пока. Ну дай бог. Ой, температура. Но у него просто непонятная история. У него так вентилятор жестко включается. Я такого шума от базы никогда в жизни не слышал, и плюс еще при этом и лютая вибрация идет. От базы по всему кокпиту аж на педали даже отдает. При этом база холодная. Понял? То есть она не греется. Вот. Что-то там у него не то. То ли с вентилятором, то ли, ну, в общем, с какой-то историей. У меня когда включается, ну тоже такая есть вибрация, но правда, конечно, педали не отдает, отдает только в ру. Не, это прям тут прям вибрация и вибрация, Игорёха, это прям пиздец. Вот реально, и прям вот слышно, так. То есть прям гул такой стоит, знаешь, такое ощущение, как будто бы навал этого вентилятора, знаешь, какие-то волосы намотались, блядь, и прям вот мешают ему крутиться. Слушай, ну вот там какой-то вообще вот, там такая часть, которую можно поменять вообще легко. Он там просто резонирует, просто. Я, в принципе, и думаю, на самом деле, может даже заморочиться на следующей недельке, даже взять базу роба, доехать опять до бывшей работы, до Андрюхи, до электрика, взять своего мертвеца. И со своего мертвеца прям кулер и, может быть, даже и радиатор прям в роборуль, в базу поедет. Ну, пока. Слав, все для тебя.
Я тебе говорю, у Славки там очко жим-жим было. Он прям едет и прям... Блять! Виталя! И прям фуф! Ну, благо, что не убил. Я что-то не пойму, вечерело, да? Вот, при этом какая-то странная история, что... Ну, вчера я поставил, привез пробу базы. Чуть-чуть катали, вот прям пару кругов проехал, и эта хуйня прям начинается, да? Mm-hmm. Она началась, он вибрирует, шумит там, блядь. Я не останавливался. Ну, я ехал, он так и вибрировал, так и шумел. Потом, короче, заехал в пяты, просто пошел курить. Курил там, где-то на кухне посидел, вернулся, он угомонился, я опять поехал. И, ты знаешь, такое ощущение, как будто вот первично ты заходишь в игру, она прям сразу эта хуйня срабатывает, и прям происходит, да? Я видел сход. А потом какое-то время проходит, ты как-то катаешь, и она уже, ну, такое ощущение, как будто что уже не включается вот так вот. Знаешь, странная история. То есть у меня даже такая мысль, что это может быть что-то... Каким-то там, помимо того, что какая-то проблема, возможно, там, в топе этого вентилятора, может, это еще и мозги, самой базы, да, то есть там что-то с ума сходит. Что просто дают какие-то неправильные команды, либо еще что-то. Ну, наверное, есть какая-то процесс. Ну, да, по-любому же эта хуйня тоже просто управляет, да, какие-то датчики. В общем, не знаю, я поэтому как бы, это, за базу роба немножко переживаю, дай бог, будут такие, что, конечно, долго она не проживет. Посмотрим. В принципе, интересно, роба, интересно кататься втроем, вот, в втроем. С другой стороны, базу выход сам по минимуму использует, да? Одна две тренировки. Заходить не будет, гонять. Чиф только вот для чемпа для этого Йота Лиловского. Пил. И, кстати говоря, еще вчера, вот куда я сел, какая-то странная работа руля в около нулевом положении. Не знаю. Знаешь, то ли у него вал какой-то, знаешь, на базе чуть-чуть разболт, то ли еще. Ну, в общем, ну как-то странно. То есть в целом все то же самое Т-300, тот же самый фидбэк, но около нуля, что-то я даже не могу это словами объяснить, как-то у него по-другому все происходит. Мне как-то Ром, говоришь, что база твоя говно. Виталий, как всегда. В общем, как-то, в общем, посидишь, скажем так, полчасика, часик, когда база роба поиграешь, и в целом какой-то... Да я уже играл. Подводишь итог, что она какая-то, вот, знаешь, вот уставшая. Бывает такое, знаешь, на бушную машину подбираешь, там смотришь, блядь, ну вот уставший, ну пиздец. Чтобы Роб спросил этого типа, может, он, блядь, с таким типическим фидбэком играл на ней? Может, просто уже, блядь, там, носился? А то я когда за руль взялся, я прям почувствовал его потные ладошки, блядь, на этом поле. Давай потную ладошку, блядь, во второй гонке хотя бы, блядь, более-менее результат покажи. Да, еду. Yellow flag is... опять Терехов. Боюсь, пиздец. Ну и что, он будет что-нибудь делать, не?
Да, конечно, надо подождать. Трекшн второй. Трекшн 2 поставил. Второй блочку. Ебать доводить, пацаны, чё я ща творю, а? На пол? Астон Мартин говно, пацаны. Я знаешь, что заметил? Вот на этой машине надо очень поздно открывать газ. Очень поздно. Пускаешь газ, ждешь, 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 и только вот после Апекса начинаешь открывать газ. Эти чудеса, блядь. Опа, опа, Лёша, если стрельнул, блядь. Давай, чудеса, тавляк, подними по 0-2 везде. Какие 0-2, парень, ты чё, я сейчас перекачаю, блядь, 0-2. У тебя давляк только на 3-4 круг встает. Времени осталось очень мало. У тебя максимум 2 боевые попытки, то, скорее всего, 1. Я не поеду больше. Да? Ну да. А чё мне второе место, я ещё устраиваю, по-моему. Третье? 20. Ты хотел сказать. Ну уже да.
давай попробуем похуй. Надо просто чисто выявить. Так, топливо мы сольем. А чё ты тормоза четвертый не ставишь? Зачем? Нахуя? Попробовать какие-то тысячные выйти. Мне бы 30 фп где-нибудь выйти. Хотя бы. Короче, я понял, эту шукану нужно вот там справа вдоль дороги идет полотно, и там начинается потом в конце полоска. Пошная линия, вот от нее надо поворачивать. Чтобы попадать в нее нормально. То есть терпеть, 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 и потом, когда полоска начинается, от нее начинаешь поворачивать. Меня опять выкинул. Скорее заходи. Это что за игра, конечно. Давай, что я финишировать не буду? 3 минуты есть у тебя. Меня слышно? Да. Да, да, да. Давай, ну, Коль, тебя ждем. Я специально финишировать не буду. Блять, не доходит. Вы на сервер? Включение PlayStation Network крутится и все. Давай, Коль, на 2 минутки еще. Попробуй, может, что-то зайти через это. Ну, из игры выйти в клюв. А, у тебя подозрение. Пиздец, блядь. Перестать так с музыкой. Бля, может бублики покрутить, бля. Ну стой, а давай, знаешь что? Выключу первый. Закончился. Короче, слышишь, это походу на начало. Походу Колян не успеет. Да все уже.
Да, походу Колян не успел. Печально. Так, а чё у нас утро? 10 АМ, бля, давление будет расти, может не по единичке скинуть, хотя за полчаса-то. Ну ладно, не буду ничего делать. Кидывай тебя, блядь, в пизду, блядь. Чем поменяешь, блядь, отъебнет, блядь, через 5 минут, нахуй. Не, слушай, температура стала на 3 градуса выше, чем на квале. Так что в любом случае надо понижать давление. Понижать. Ну да, температура стала выше. Давай я по единичке скину тогда. Потому что как-то уебански работает этот физом. Что две скидываешь, а у тебя, блядь, потом не докач, блядь. Или наоборот, когда надо докачать, две накидываешь, а у тебя перекач, блядь. А, точно. Топливо заправить надо, пацаны. Слушай, а если у нас 30 минут, колодки четвертые, сколько тут живут? 30 минут или 40? Минут 15-20 они живут. А, даже так? Тогда понятно, вот они будут. Окей. Колян, сорян. Пацаны, Астон Мартин, пиздец, что за машина, блядь, конечно. Да. Отличная игра. В первой гонке несколько человек просто выкинуло, не зайти не смогли. И сейчас Колян обломался. Почти в каждой гонке кто-то вылетает. Да. Эту игру чинить и чинить. Ну, справедливости ради, в том же гран-призме тоже вечно проблемы со стартом или еще с чем-то. Эти сетевые лаги, блин, на плойке это... Да. Я говорю, я уже не сильно верю даже. На плойке эта игра будет доведена до ума вообще. Давай, Лёша, бля, пошёл. Тихонечко приезжаем в Алексея. Вот и поехал, остановись. Прикольно, если бы сделали, что машины были бы непрозрачные. Вот тут уже все разъебали бы просто нахуй. Если что-нибудь в чате напишет, наверное. Тихо, ебать, чуть не угонул был. Лифи в стене стоит. Кого-то вытянул? Thank you.
Плохо, часть где-то телепортнула, не успел остановить. А получается, тебя портает не на то место, где должен ехать, а в пяти. Ты не знал. Остановиться? В смысле? Славка в чате у тебя написал, телепортнула, не успел остановиться. Где остановиться, если мы все стояли? Ну вот, типа, блядь, как у тебя есть эта решетка, ты, блядь, место, куда ты должен ехать. Ты же разгоняешь сам вперед-назад, и тебе иногда пишут, телепортация, блядь. Вот мы узнали, что эта телепортация оказывается в пяти. Кого телепортнуло? Ну, Виталий, конечно, очень молодец. Нормально спокойно. Скорость была. Что? Бедолага сам или помогли? По-моему, трое или четверо вперед начали метаться, летать. Я не успел остановиться. Куда ты, а? Clear on the left.
Ну что ты, блядь? Говорю, за что? Не знаю. Решением судьи. А. Даже непонятно за что. Я еле-еле заехал на питлейн, я не. Я, короче, ладно. Итальянский геймдизайн. Отдохну, пацаны, я не поеду.
Слышь? Что такое? Да заебал. Да давайте тяните, что? У меня нет, все? Завалились? Ну да. Стоп-н-гоу 30 секунд получил. Ну, 30 секунд отдохнет и поедет. Да я уже на пидстопе 30 секунд отдохнул. Еще отдыхать чуть не хочется. Все, Игорян, хорошо отдыхать. Я Игорёк пересмотрел и реально не понял, за что, блядь. Ты закатывался, блядь, на пид там 43 км в час, блядь. Я с запасом, я потому что не видел, эту метка разбитая была. Да. Ну, еще странная история. Да. Я только темп нащупал, блин. Прошлый этап хотя бы хороший, удачный был, очки набрали, а сейчас опять провалит, там уже бессмысленно. Не знаю, удастся мне за неделю эти педали настроить, нормально закрепить. Привыкнули. Может, еще на старых поеду, наверное, следующий этап. Там же эндуро. Родиончик. Помянем. Да, мисса на полтора часа. Нормально, Родион там подлетел. Тоже жесткая будет трасса, блин. Как ты говорил, Лёх? Ебливая? Проход дороги. Вот мисса на еще ебливая. Да, называется, мы покатались в ACC, нахуй, теперь включаем трансляцию пил-ту-пил, блядь, наслаждаемся контентом, блядь, да? Вообще, в целом, да, я не знаю, я вам прыгаю, блядь, со стрима на стрим. То Виталик стрим, то Игорёхи, то он Лёхи Варлот, так, то есть Витальки Веспеха. И знаете, что я поймался сейчас на мысль? Ну? Куча. Что-что? Да просто вот смотреть это ACC скучно. Нет, здесь просто у нас чемпионат похоже. Картинки не та. Игры смотрят, как пацаны катаются вот на, ну, в нашем ПК. Батоны, дороги. Баси. Все нормально. Да. Там контент отлежит. Да, там бывают зарубы, да. Особо не борется, как едут друг за другом перед погоней. Все эти обгоны, они только не подбились. Вот как-то так поймался на мысли. Сегодня печально прям вообще. Это прошлое. Надо было завершать чемпионат. О, нифига, он подлетел! Естественно, подпрыгнул. Нам нужен проп-топ. Команда.
что-то я смотрю, у вас там весело было, да? Где? Ну, вторая гоночка. Тут вначале. Особенно Игорьку. Угу. А, да, я порвал, да. У вас она, мне кажется, когда трасса прикатается, оптималка, надо снижать. Вторая квала как-то намного лучше у меня прошла. Так, а первая квала тоже была опасна. Ну, Колян, что-то в твоих словах есть, конечно, логичное, но... Блять, фидбэк говно вообще просто. Его нет. Может быть, на джойстике ты этого не чувствуешь, но на руле и сразу с Гран-туризма его нет вообще. То есть какие-то нотки фидбэка, но... Это не то вообще. Я в Гран-туризме всегда слышу. Более линейный, более упругий, как это нет. Так плохо, Игорька слышишь, это пиздец вообще. Да я просто говорю тихо, не тут спят. Сейчас слышишь? Да. Ты мне знаешь, что скажи? Каково твое впечатление первое? Передали. Сложно. Не совсем другие. Сложно что? Понять? Сложно понять, как ими управлять. Надо закрепить их нормально, они у меня шатаются. Закрепить надо, да, это 100%. И просто, чтобы ты понимал, я когда торможение в пол, я нажимаю левой ногой. Правой ногой я пяткой придерживаю, чтобы они не наклонялись вперед. Ну, то есть такое, знаешь. Ну, не то, что прям совсем я их удерживаю, но просто, чтобы они не приподнимали. Красиво ты все перемотало. Привычка, знаешь, например, на тех старых педалях, если тебе нужно, ну, трейлбрейкинг, да, по чуть-чуть начать тормозить, ты слегка ногу приподнимаешь и полегонечку, а здесь, если слегка ногу приподнимаешь, у тебя почти полностью нога снимается с педали. Да, ну, да, под, да. Под действием пружины, поэтому тут надо немножко по-другому работать. Надо их как крепче закрепить, может даже в обуви в них положить. Ой, да ёбаный насос, блядь. Я тебя заболтал. Берёг, сорян. Если британцы запускали ракету, тут у красный мат. Угу. По 11 или какой там, 50. Монтаж, ёпта. Ты сейчас про что, про какую ракету? Про британскую. С четырьмя колесами, с колером в синем цвете, в белом. Да Виталий взлетел сейчас просто. Понятно. Знаю, что тебе не нравится, Виталий. Смотрю, как ты едешь. Хорошо едешь. Это на стриме так кажется. Ты бы видел меня, я весь мокрый, блядь, сижу. Вот ты думаешь, Пинча там сидит одной рукой крутит руль, что? Думаю, да. Ты понаблюдай, как он просто за дип заехал, передачи включает машину. Да я и за тобой наблюдаю нормально. Ладно. Поговорю.
Это Лёха там, по-моему, курит еще заодно. Бывает иногда. Лёха вообще не второй едет, там по-любому Живан рулит. Нормально у вас результат получается, да? В первой гонке 13, 14, 15. В второй гонке Виталька, дай бог, один финиширует. Да, слава. Ну что ты подпрыгиваешь, блять, на этих ебучих бубликах? Я заебал уже. Команда Астонов погорела, короче. Горёха тут. Да, хватило на одну гонку. Почему ты пит-стоп заявил? Я был поломанный. Я ехал на где-то на секунду полторы медленнее, чем Хьюджин, чем кто там еще сзади был. КСЛ, КСЛТ ехал быстрее меня. Лифи, они догоняли меня все очень сильно. Я думал, я заеду. Не то, что, конечно, отыграюсь, но я думал, что после пит-стопа я хотя бы, типа, там, ну, попробую темп показать. А когда мне выписало секунду, я, ну, как-то руки опустились окончательно. А Славка, кстати, тоже читерно едет, да? Едет гонку, сам будет на стриме в чате что-то печатает. Ого, у меня тоже такой вопрос. Он не успевает это все делать. Одной рукой курит, да? Другой пиво пьет. Лёш, ты это видел, что сейчас было? Я видел. Владислав, уря, посмотри на стриме. Да чё, господи, ну там пинг скачет. Он почти отвалился от сервака. Чё сейчас, бля, пацаны, будет дать это? Ну ладно, более-менее правильно. Влад, бля, ехал в стену, потом хуяк едет прямо, бля, вещи. Пацан, рекомендую осадку на пойке вообще. Молодая игра. Понятно, за что вычислили, что. Ну что, там какой-то глюк и там отсечка намного ближе где-то. Ну, вот единственное, ну я тоже, знаешь, я начал заезжать, я слишком заранее сбавил скорость. То есть где тогда она должна быть, эта отсечка? Ну линия там, ты все правильно сделал, до нее еще запас. Ничего. Стопом голову 30 секунд, зато слишком медленно. А, ну да, да. Да, он тебя просто унизили, Игорёк. Да я вот сижу униженный. Ты из разряда помнишь, когда какая-то там одна из самых первых гонок в ЦЦ, когда я орал такого, блядь, да дайте мне уже предупреждение, какому хуя. Я все срезаю, блядь, а мне даже предупреждение не дают. Как так? Да, классный сегодня этап. Очень похож на Brands Hatch. Прям спринты нам удаются хорошо. Я на Brands Hatch 2 раза 12 доехал. У меня было все нормально. Ты на геймпаде. Тебе можно. Поэтому, чтобы ты не выпендривался, игра тебя выкинула здесь. Я так и понял, да, чтобы себя ущемленным не чувствовал. А то это же там, это, типа, во второй коле улучшился на 0.7.
поехал бы еще, еще повыше мог бы заехать. Не положено. Тебе твой протест смотреть, нет, Коль? А я или уже отправил. Пофиг. А, ты отправил? Я там к СЛТ прям в жопу отношение к дальну. Правда, не знаю, Джек, что Спотлава с ним будет делать. Бедные Макларены тоже у них там команда. Да, не он, что, шестой, седьмой еду. Ну, это сейчас, не имею в виду в команду зачете. А хотя КСЛТ, наверное, не в команде. КСЛТ нет, он же это, отдельно. Да. Да, какой следующий этап будет? Месса на полтора часа. Че, пропустим? Че ты? Или езжай молча, не говори, че, блядь. Да, да. Медан, я помню, да, там есть интересные места. Да, она вся интересная. Очень интересная. Там в каждом повороте чуть-чуть надо не дотормозить, чуть-чуть надо не догазовать. Мне кажется, что... Там хоть шикан нету этих. Ага, первая более-менее. Более скрытых шиканов. Да там все равно везде выходы такие. Достаточно медленные. Где нужно газ давить, а Астон Вилла идти. Да, там как минимум два медленных выхода. Прям такие шпильки есть. Там это направо, направо, налево. Угу. И потом после этой прямой тоже налево. Поднимаю фиксу. Ты когда сказал направо, направо, налево, я задумался и, бля, что-то чуть-чуть не попросил. Направо через 30 метров. Сука. Дай минуту оставить, да, я доеду, блядь. Разъебу машину, нахуй. Не, вообще, что ты понимал, пятое место, как бы, ну, так такое себе. Говно, я и говорю, блядь. Ну, все, пиши его, колен. А, понятно, блядь, вы с подъебочками пришли тут, да, блядь? Нет, блядь, на серьезе ебашим. Ну, то есть там детали, кряба какой-то, что-то вообще непонятненько. Причем он даже не Виталик, он Владислав. Не, он чуть выше Виталища. Я понял. Это разливан? Где? Да, надо. На третьем. Разогнался, видишь, на Бентли, на Мерседесе не получилось. Да это не Виталик разогнался, это второй Виталик последний. Нас обманули, нам не того Виталика подсунули в фурман. Походу, да. Сука. Не того, не того, не в этой машине. Не спик, это не разливанов, Виталик. Ты путаешь. Поправь. А, да, в натуре. Виспек — это Виталик Масленников. А. Разговаривал. ВЦЦ вроде не был замечен. Виталика просто так много стало. Все, пацаны, я пошел. Ой, я даже забыл пробил, блядь. Сколько ремонта? Есть. Черт, я так понимаю, стрим надо смотреть, потому что ничего. Ты че в гражданин ты играешь? Вот это, ре, вот это реализм, блядь. Забор, главное, не помял, но пробил нахуй. Сука. Че, пошли покер?
все, блядь. Записывайте эти, как они называются, блядь. А что у вас там протест стрельки? Протест на забор, блядь. Помешал, блядь. Достаточно крепкий. Слава, фоткай это, пожалуйста, быстрее, я тебя очень прошу. Запиши и забудь, блядь. А резина тоже выкинула, да? А он, по-моему, не был сегодня. Он был, да? А резина не в это, не в заметили, просто поучаствовал. Ну, что там уж. Я его просто не видел дальше в гонке. Слава пишет, вы еще гонку не закончили, а уже протест. Я Колян вообще молодец, да? Роб, все плохо, Роб. Да нормально. Что, там можно выходить? Че, глянем. Да, это точно. О, Пинч, две победы, да? Что так можно сказать? Поздравляю молодцы, вас. Молодцы, мужики. С почетом. Последним местом, блядь, в командном зачете. Я даже не хочу смотреть на цифры, когда итоги этапа их Слава подведет. Потому что там, наверное, типа будет, типа там 130, 80, 70 и там какие-нибудь там 10 у нас. Да. А Макс Голубнича это ведь резина, да? Да. Да. Что-то он ругается в чате. Видимо, из-за того, что его выкинуло как раз. Говорит, подбирайте мне замену. Это какой Терехов, который? Максим Голубничий. А. Который резина. Сейчас я стрим выключу. Макасин Голубничий. Так, стрим, как он тут включается-то? Так, давай посмотрим, что там.